Дорогие стрельцы, здравствуйте. Я припозднилась с вашим раскладом на месяц. Простите, спасибо за терпение, за ожидание. Этот расклад на май для людей, рожденных под знаком зодиака Стрелец. Сегодня я делаю расклад на Таро 78 дверей. Так, Стрельцы, май 2015 года. Я буду подносить карты, чтобы... О, как некоторые интересно живут. Сейчас будем смотреть. Учитывайте, что расклад общий. Что это не у всех в зависимости от исходной ситуации может отыграться по-разному. Главное, смотрим энергии. Вы сами в этом месяце, в мае. Семерка кубков. Это значит, что это вот называется немножко каша в голове. Есть много вещей, с которыми надо разобраться. Есть нечто, из чего надо выбрать. Вот когда вот много всего, да, надо что-то делать, что-то решать. А у вас немножко, ну, не то что рассеянное состояние, но вы не можете четко определиться. Есть определенная... определенная неопределенность. Вот это я сказанула. То есть, понимаете, это называется выбор из множества чего-то, и он для вас непростой. Деньги. Умеренность. По деньгам это значит, что все-таки придется каким-то образом... идти на какие-то компромиссы. Так, сейчас я посмотрю еще, подождите, другие. Я не вижу никакой бедности, проблем или чего-то такого, да, но приходится, так скажем, перераспределять ресурсы, да. Для кого-то это, возможно, не один источник доходов, и человек все это как бы регулирует. Для кого-то это есть определенные источники затрат. Ну, я сейчас фантазирую, потому что у всех ситуация разная. Ну, например, что у вас есть там, например, семья, и есть, ну, от бывшего, ну, от прошлого брака, например, ребенок. И, ну, если вы не официально алименты платите, а так вливаете, ну, по-честному, то у вас как бы два источника дохода, может быть, два источника расхода, и приходится регулировать и контролировать процесс. То есть, ну, своего рода нахождение компромисса, да, как правильно распорядиться деньгами. Общение, короткие поездки. Карта шут, дурак, глупец, как он там по-разному называется. Здесь главное... Вы знаете, я думаю, что это немножко согласуется с этой семеркой кубков. Я никого не хочу обидеть, но мы все такие, знаете, когда нам очень сложно с чем-то определиться, то мы своего рода, ну, первое, мы чувствуем себя как дураки, мы порой говорим, как, ну, у нас не получается, потому что у нас в голове вот эта вот каша-малаша, и нам сложно... сказать что-то конкретное по существу, ну, был бы здесь император, был бы, да, товарищ такой конкретный, вот сказал, так сказал, а здесь то одно сказал, то другое сказал. Немножко речь такая получается, ваши, то есть послания, которые вы там с людьми, когда общаетесь, они немножко неконкретные и такие где-то выглядят как типа несерьезные. Ну, с этим надо, конечно... Я думаю, что это из-за вот этой ситуации, которую вы не можете для себя лично, да, определиться в ней и как-то найти подход. Дом и ближайшее окружение, карта суд. Это говорит о том, что, скорее всего, стрельцы, возникнет дома, в семье, особенно я вижу дьявола, для людей семейных. Может быть, это и семерка кубков, туда же, я уж не буду эту третьей картой.
Для некоторых из вас, вот знаете, когда мы заметаем мусор под коврик, ну там раз соринка, раз ниточка, а потом так ковер поднимаю, ё-моё, и все это надо разобрать. То есть вот здесь я вам хочу сказать, это я сейчас вам ничего нового не говорю, вы знаете это, что там под ковром дофига. Просто, скорее всего, в мае возникнет ситуация, когда этот ковер будет поднят, и там надо будет либо выметать, либо ковер выкидывать, либо что-то, короче, с этим делать. Потому что суд говорит о том, что ситуация, которую вы, может быть, кто-то из вас, да, считает даже неразрешимой, вдруг она вот так во весь рост встает, и у вас возникает возможность с ней разобраться. По поводу, как вы разберетесь по этой карте, я вам не скажу. По очень простой причине. Как вы сами видите, я покажу поближе, да, кто не знает эту колоду. Как у нас говорят, ангел вострубил, да? И люди, кто-то полетел в рай, но есть кто-то, кто полетел в ад. Это сейчас ни в коем случае, чтобы никто не подумал там про какую-то смерть или что-то, не дай бог. Это имеется в виду, что ситуация в доме, семье может разрешиться, для кого как она разрешится. Это еще всегда зависит, естественно, от вас, какие вы будете решения. Но то, что всплывет то, что вы уже знаете, что это есть, и это можно будет решать. Единственное, при таком состоянии, то есть с близким человеком, да, с партнером, существует, я про семейных сейчас людей, существует определенная зависимость. Это может быть любая зависимость. От человека, привычка, там, не знаю, прожил 15-20 лет, зависимость от обстоятельств, от чего угодно. Вот это вот, то есть, вот будет непросто, так я вам скажу, стрельцы, будет непросто для многих. Так, я потом про кто ищет свою любовь, я потом подойду. Пятый дом, флирт и детки. Что у нас тут, хобби, ля-ля-ля. Ну, во-первых, общение с детьми, оно немножечко, вы знаете, может быть, с детьми и неплохо. Потому что немножко как бы на их уровне легко, то есть вы в глазах, я для родителей сейчас говорю, вы в глазах вы будете выглядеть, ну то есть не особо серьезным, но приветливым. Двойка кубков, она положительная для общения, на общение, на флирт, хочу вам заметить. Единственное, что вот если мы сейчас возьмем для людей семейных, да, помните о том, что... Вот это вот неразбериха, которую по-хорошему обычно надо разобрать, да? Здесь неразбериха, здесь у нас флирт, и здесь у нас кузькина мать. Я имею в виду с партнером, который постоянный партнер, да? То есть я просто вас предупреждаю, вы сами всегда делаете выбор. Ну, на флирт очень хорошая карта, на легкость, на публичные выступления. Единственное, немножко в публичных выступлениях присутствует несерьезность, как бы, да, вы должны ваш поток слов, то есть вашу речь все-таки, потому что она будет как бы приятной, но немножко типа бестолковой. Ну, простите, я сейчас никого не хочу обидеть, я все время, я такая, как я есть, я говорю, как вот, не могу слова такие подбирать, чтобы всем все приятно. Просто пытаюсь объяснить, что... Шут, он немножко хаотичен, такой спонтанный, перескакивая справа налево, но в приятном ключе. То есть так, послушали приятно, о чем говорил, да бог его знает. Дом, ну больше как здоровье, ежедневная бытовуха, рутина. Король Пентаклей. Это мужчина, любящий, естественно, я сейчас говорю и для женщин, просто как бы король Пентаклей. Это человек материально заинтересованный, вполне приземленный, немножко с линцой. Это вам вот в этом месяце, возможно, когда касается каких-то, ну, сложных задач, да, там ежедневный какой-то там давай-давай, паши-паши, будет немножко лень. Немножко лень. То есть думать, там что-то немножко передвинуть, вы согласны. Но как-то вот сильно... Физически напрягаться будет неохота. Чуть-чуть, потому что у него линца присутствует обычно. На здоровье неплохая карта. То есть я бы не сказала, что здесь по этой карте что-то вам страшно-страшно. Там ну, какие-то могут быть неприятные вещи.
Также неплохая карта. То есть вы будете, я бы так сказала, следить за собой в меру разумно, так как-то адекватно, приземленно. За собой я имею в виду внешность, одежда, здоровье и так далее. Для семейных, я уже сказала, это близкие отношения, любовь, партнеры, брак. Сложная карта. Дьявол, он есть дьявол. Это искушение, это привязанность, это нездоровые порой привязанности. Немножко нездоровые отношения. Для людей, кто свободен и ищет флирта, да, то у нас здесь карты неплохие. Главное разобраться, кого, чего вы хотите. Потому что вы будете легко, приятно общаться, да, вам это будет хотеть. Может, для кого-то, кстати, я извиняюсь, для кого-то из стрельцов это может быть такая, знаете, болезненная привязанность. Настолько вот так тянет к какому-то человеку, вот так хочется вот с этим человеком быть, понимаете? А как это сделать, то есть не могу определиться, потому что эта карта может означать сильную привязанность и тягу. Ну и это, естественно, невероятное желание, да, и влечение, безусловно, раз это дьявол. Восьмой дом – это у нас магия, мистика, все необычное, и в том числе кредиты. Для кредитов неплохая карта, Королева Пентакли, она расчетлива. Если кто-то хочет взять кредит, может вполне это получиться, потому что карты позитивные. Если кто-то надеется, если занимал, отдать или что ему отдадут, тоже карта положительная. Для людей, занимающихся магией, естественно, тем более это кто-то, видимо, будет делать какие-то ритуалы на деньги. Хорошие позитивные карты. Девятый дом. Вера в Бога, наши убеждения, система ценностей, на что мы, как мы видим наше будущее. То есть карта успех. Шестерка жезлов. Карта успех, как мы видим, мужчина входит в, не знаю, там, зал заседаний, да, ему даже аплодируют. То есть вы верите в то, что вы справитесь со всем. Это очень позитивный настрой. Даже немножко самоуверенные стрельцы. Ну и правильно. С другой стороны, тоже нельзя все время. Ну, то есть, где-то кто-то более робкий, кто-то более смелый. Видимо, вы более смелые, вы более уверенные в себе. Это неплохо, это очень хороший настрой. Особенно, что есть вещи, которые надо бы решать, да, только делать это грамотно, внимательно. Позитивный настрой, вера в себя в первую очередь. Вполне нормальное отношение, ну, я считаю так. То есть, правильная система убеждений. Если я буду работать, я заработаю. Если я захочу разрулить, у меня получится. То есть уверенность в себе. Карьера, работа. Четверка кубков. Вот этот наш. Немножко так. Немножко разочаровавшийся, недовольный мужчина. Что я вам хочу сказать? По-моему, у меня сейчас батарейка сядет. Что-то я не поняла с камерой, что она мне показала. Извините. Значит, работа, карьера. Для некоторых это вполне успешная работа. То есть ежедневно, как говорится, человек нормально себя вполне комфортно чувствует на работе. Даже немножко ему, ну так, скучновато, короче, неинтересно. Для тех, кто ищет работу, эта карта говорит о том, что вы можете упустить возможности, или они не кажутся вам привлекательными. Но для тех, кто ищет работу, поверьте, вот по этой карте, скорее всего, вполне будут возможности, но вам они будут неинтересны. Это я просто вам к тому, кто ищет работу, я говорю, значит, типа того, что я хочу работу там не меньше, чем на столько-то тысяч, а предлагают там гораздо меньше, и мне это не надо. То есть карта не говорящая о том, карта больше как упущение возможностей, не рассматривание какого-то варианта как подходящего для вас. Вот так. Но не отрицательное. То есть просто, если вам это не нравится, что я могу сказать. Друзья, соседи, общение, паш кубков. Ну, здесь немножко, знаете, как легкая несерьезность. Особенно вот я говорю с этими всеми. Карта неплохая, глубокого, так сказать, общения с друзьями. Никаких, во-первых, он немножко наивен, немножко, либо у кого-то это, если
новые знакомые, да, могут быть, новое общение. Либо человек, либо вы, например, не полагаетесь на кого-то так сильно. То есть он вам кажется, там, ваш, например, приятель, ну, и несерьезный какой-то. То есть карта положительная вполне, но немножко несерьезная такая, легкость присутствует. Для кого-то это неплохие шансы, когда мы подходим к дружбе и к знакомствам. Не к знакомству, к дружбе, общению с соседями. Такая присутствует легкий пофигизм, честно, пофигизм. В целом, 12-й дом. Интересно, 12-й дом. 12-й дом. Верховный жрец у нас в 12-м доме. Я бы сказала так, вы знаете, вот судя по этому суду и дьяволу, вообще арканов старших прилично. Раз, два, три, четыре, пять. Пять старших арканов. У кого-то, конечно, было и больше, я помню, у какого-то знака. Но если у вас есть возможность посоветоваться с кем-то мудрым, было бы неплохо. Ну, как сказать, с человеком, умудренным опытом, который, например, если вы столкнулись с очень вот такой сложной ситуацией, который вам может подсказать. Потому что это и надежды, и страхи. И место... Старший аркан говорит о том, что в этом доме, что все-таки в этом месяце, скажем так, от вас высшие силы, видимо, ждут каких-то решений. И решения должны быть такие, ну, скажем, правильные. Ну, вот правильные. Стрельцы, давайте я... Это оракул «Магические врата» Денислин. Давайте мы посмотрим, что посоветует оракул стрельцам. Месяц неплохой. Вы вполне как бы в себе уверены. Есть, да, вот эти сложности, которые надо разобраться. Для кого-то есть вот такая тяга, да, когда какой-то человеку настолько желанен и неизвестно, что будет. Но в принципе все на работу это больше я говорю. Для кого-то это просто, ну, скучно, неинтересно. Для кого-то это вас просто не будут устраивать варианты предлагаемой вам работы. Для тех, кто в карьере заинтересован, либо должность, которую вам будут вот эти подвижки, которые будут предлагать, они вам неинтересны. Либо просто вы вообще в этом месяце так немножко. А, кстати, для тех, кто хочет поехать в дальние поездки, карта неплохая. Карта неплохая, потому что это у нас как раз тоже в том числе дом дальних поездок, потому что карта успеха. То есть поездки могут быть удачными, интересными и нравящиеся вам. Так, стрельцам. Встречай будущее. Я шагаю в будущее с открытым сердцем. Видимо, знаете, вот этот вот, вот эти старшие арканы, они для вас серьезные, потому что вам все-таки надо что-то вот касательно дома, да, или семейных отношений, что-то решить. Потому что в будущее с открытым сердцем можно шагать только, когда мы разрулили все какие-то уже, ну, наболевшие, понимаете, проблемы, которые, ну, необходимо их разрешить, хоть каким-то образом, хоть какие-то шаги сделать. Я вижу, что это сложно будет. Но в будущее мы не можем шагнуть, ой, я поднесу поближе, чтобы было видно, да? Вот такие вот врата и дама идет вперед, навстречу. Там много всего. И за ней много всего прожитого, интересного. Но в будущее можно пойти. Невозможно пойти, когда за ней бы тянулись куча гирь. Идти просто невозможно. Очень тяжело. Понимаете? Поэтому надо максимально пытаться разруливать все, что тяготит, в том числе в первую очередь вас, естественно. Чтобы вы с легким сердцем шагали в будущее. Стрельцы, я желаю вам прекрасного мая. Спасибо за внимание.